Я еду на остров, где работал отец. Хочу выяснить, чем он там занимался. Зачем тебе на остров? Погоду изучать. Это все, что было? Я ничего от тебя не прятала. Один на таинственном острове. Ты не знаешь, кто твой отец? Он умер. В поисках ответов. Я не сказал тебе всей правды про свою семью. Я нашел стенограмму. Они записывали все наши разговоры. Тут много лодок потонуло. И людей тоже. Нередко, когда поселяешься в такой глуши, бывает, начинаешь видеть всякое. То, чего на самом деле нет. Остров теней.